Всем привет! Сегодня мы будем тестировать воодушевление на волнах, попробуем пройти волны, начиная с АА до АДЖЕЙ. Посмотрим, сколько у нас на это попыток уйдет. Так, сейчас вам покажу состав. То есть тут три героя с воодушевлением стоят. Ну, поехали. Волна АА. Ну, как видите, тут просто герои не успевают добежать. Самое главное, чтобы не успел включиться Атлант. Так, есть. Волну АА прошли. Побежали дальше. Волна АБ. Тоже без потерь. Волна АЦ. Без потерь. Вот так вот. Воодушевление. По-моему, самый топовый талант для волн будет. На определенных, конечно же, героях. Волна АД. Тоже без потерь героев. Волна АД пройдена. Волна АЕ. Юнитов надо будет нанять. Как видите, юниты очень помогают. А Е5. Смотрим. Пройдено. Так, ну давайте наймем юнитов. Может, повезет, все волны с одной попытки затащим. Но это не точно.
Да. Конечно, интересно, что они следующее добавят, какие будут еще таланты дополнительно. Но воодушевление очень радует. Хоть у нас оно очень дорого обходится на нашем сервере, у нас нету все-таки коробок, как на других серверах. Но я уже успел троим прокачать. И очень доволен этим талантом. Так, пробуем волну АФ. Думаю, тут будет немножко посложнее. Так, АФ3. О, Некрос слился об отражении Атланта. Ну вот, волна F4. Некроса у нас слили. Смотрим. Ну-ка. Не дали, не дали. Ай-яй-яй. Пробуем еще раз. F. Так, это вторая попытка. 6 попыток. Использовали. Так, F4. Ну, должны сейчас затащить. Я надеюсь. Да, затащили. Волна F5. У нас ушло 7 попыток на 6 волн. Нанимаем юнитов и пробуем последнюю. Конечно, за Джей волной будет посложнее, я думаю. Но это не точно. Может, получится у нас сейчас еще даже топчик взять. Надо будет попытаться за 1,5 минуты убить всех и пройти. Пока у нас топ, 1:40. Так, ну, поехали. Смотрим. Давайте первый раз посмотрим без ускорения. Первая волна пройдена. Самое главное, чтобы атлантов быстренько вырубали.
Так, вторая пройдена. Третья пройдена. Ай-яй-яй, немножко неудачно зашли. Но ничего. Четвертая пройдена. Последняя волна. Все зависит от того, конечно, как они зайдут сейчас. Ну, вроде более-менее неплохо зашли. Смотрим. Не-не-не-не-не-не, добьют. Да, чуть-чуть не повезло. Ладно. Сейчас по-любому затащим. Давайте без юнитов попробуем. Так, это что у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь попыток мы уже потратили. Девятая попытка. Попробуем без юнитов. Одна башенка осталась. Ой, хорош, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай, Афина, тащи. Я в тебя верю. Е-бэйби. Вот вам, ребята, топовое прохождение волн. 9 попыток. Волны закрыты. Начинается А по волну АДЖЕЙ. Да, конечно, воодушевление. Топовый талантик. Вот для этих героев. Еще раз их покажу. Ворожей. Афина. Ну и Анубис. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, какие вам волны еще показать, какими героями. Всем пока.